Для того, чтобы быть успешным в 21 веке, нужно уметь не только зарабатывать, но и грамотно вкладывать свои средства. Накопив определенную сумму, либо совершив выгодную сделку, у человека появляется стимул увеличивать свой доход путем выгодных инвестиций. Сегодня в Беларуси есть 4 типа инструментов сбережений и накоплений. Банковский депозит, иностранная валюта, драгоценные металлы, ценные бумаги. В рамках нашего очередного урока финансового благополучия совместно с Брестской областной дирекцией открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» мы научимся грамотно подбирать оптимальный для себя инструмент сбережений и накоплений. А поможет нам в этом начальник отдела розничного бизнеса Светлана Орлова. Светлана Николаевна, насколько я знаю, наиболее традиционным и стабильным инструментом на протяжении последних лет остается банковский депозит. Расскажите, в чем его преимущество? Банковский депозит – это когда мы средства приносим в банк и размещаем их под определенный процент и на определенный фиксированный срок. Это, можно сказать, наиболее безопасный способ вложения средств. Как и прежде, у нас в стране государство гарантирует возврат денежных средств при любых обстоятельствах. Светлана Николаевна, каковы условия обслуживания для клиентов Белгазпромбанка? Какие интересные продукты сегодня в перечне предложений по вкладам? Первый пример, который хочу привести, у нас сейчас есть новый безотзывный вклад на 13 месяцев по 13% годовых. Так как наш банк говорит, число 13 нужно сделать счастливым. Это обычный традиционный вклад, который оформляется путем прихода клиента в офис. Работа идет с экономистом, вносите деньги, оформили вклад, через 13 месяцев вы его обратно получаете. Чем он привлекателен? Он привлекателен как раз-таки вот достаточно высокой ставкой. Еще в нашем банке есть один интересный вид вклада, это вклады с кэшбэком. Вклады эти оформляются в белорусских рублях на сроки 2, 7 и 11 месяцев. Эти вклады оформляются именно в интернет-банке и имеют такую особенность, что кроме стандартной ставки по вкладу, мы получаем еще кэшбэк. Этот кэшбэк равен 1% от суммы первоначального взноса во вклад. Эффективная ставка по данным вкладам она на уровне 10,8%. Допустим, по вкладу, который на 11 месяцев. Еще об одном виде вклада хотела рассказать. Тоже он необычен. Это вклад «Джекпот». Вклад оформляется на срок 7 месяцев. Ставка его 10,8%. Но в чем его особенность? Особенность его в том, что каждый вкладчик, оформивший данный вид вклада, он участвует в розыгрыше. И по истечении определенного периода проводится розыгрыш, и вкладчик имеет возможность получить главный приз, который составляет 5000 белорусских рублей. Вместе с тем, текущий рынок депозитов в иностранной валюте отнюдь не привлекает своими ставками. А когда речь заходит о дополнительном налогообложении с полученной суммой процентов по вкладу, то идея размещения и вовсе улетучивается. Кроме инвестирования во вклады, есть еще альтернативные способы вложения средств именно в иностранной валюте. Это могут быть вложение в инвестиции, то есть приобретение ценных бумаг, либо это могут быть сделки с драгоценными металлами. Корпоративные компании путем выпуска облигаций таким способом заимствуют средства у юридических либо там, тех же физических лиц. То есть у него есть варианты либо обратиться в банк взять кредит, либо таким вот способом путем выпуска облигаций получить заемные средства. То есть приобретая облигации какой-то корпоративной компании, вы получаете, размещаете средства на определенный срок и получаете какой-то гарантированный доход, который можно в зависимости от условий проспекта эмиссии получать там или раз в квартал, либо раз в полгода, либо в конце срока. На данный момент есть еще тоже очень один интересный способ инвестирования, вложения ваших заработанных и сбереженных средств. Это операции с драгоценными металлами. Эти операции проводятся в банке. Суть их основная, если говорить простым языком, что вы за иностранную валюту или белорусские рубли покупаете определенное количество золота. Заключается при этом договор. В договоре оговаривается, что через определенный срок банк обязуется это золото обратно у вас выкупить за ту же валюту.
Сегодня политика открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» направлена на дебюрократизацию обслуживания. Минимум документов, максимум самостоятельного доступа клиента. Удобный и понятный интерфейс сайта и мобильного приложения позволяет выполнять отдельные опции в несколько кликов мышью. В «Белгазпромбанке» делается очень много для того, чтобы развивать дистанционное обслуживание для удобства клиента, для экономии его времени и для выбора эффективных продуктов, которые он может изучить не спеша, не торопясь, сидя дома. Я хочу вам продемонстрировать сейчас, как можно легко и быстро оформить онлайн-депозит. Мы заходим в интернет-банк, становимся на вкладку «Мой портфель». Допустим, здесь есть вкладки, это платежные карты, счета, кредиты, вклады, страхование, заявки, вкладка «Вклады». Заходим. Здесь можно увидеть те вклады, которые у вас уже есть, не только оформленные через интернет-банк, но моя задача сейчас открыть именно онлайн-вклад через интернет. Становимся, опять же, оранжевая вкладочка «Открыть вклад», и мне будет предложено различные виды, то есть интернет-вклад можно открыть в белорусских, в долларах, в евро, в российских рублях. А кроме открытия вкладов, я здесь еще могу оформить операцию пополнения по тем вкладам, которые у меня уже есть и оформлены. Ну вот, к примеру, открываем мы онлайн-вклад в белорусских рублях. Здесь можно просмотреть, какие виды есть. Ну вот я выбираю. Допустим, мне понравился на 2 месяца, надолго вкладывать я не хочу. 2 месяца, выбираю этот вклад, продолжить. Ну, в общем-то, здесь остается ввести только сумму платежа, которую я хочу. Ну, к примеру, пусть это будет 2000 белорусских рублей. И, в общем-то, мне программа предлагает, с какой карточки списать эту сумму. И списав с этой суммы, нажимаем «Продолжить». Автоматически сумма с вашей карточки будет списана на вклад, и таким образом ваш вклад оформлен. В каждом из нас есть стремление зарабатывать и иметь стабильный доход. Грамотно вложить деньги значит сформировать свое финансовое благополучие и успешность, подарить детям счастливое будущее и уверенный завтрашний день.